Какое наказание будет самым приемлемым для обвиненных в педофилии мужчин? Я согласен с тем наказанием, которое находится на странице Фейсбука, кажется, зама министра внутренних дел. Химическое вот это вот лишение права иметь детей. Это то, что... кастрация. Да, я не хочу так громко выражаться. Этот вопрос связан с воспитанием как и этого человека, так и людей, которые вокруг него, собственно говоря, живут. Я не знаю, мне вообще эта информация в голове не укладывается. Там нужно быть насквозь больным человеком на голову, и меры наказания даже. Какие именно, да? Какие именно можно применить, не знаю. Как можно было вообще такое, да подумать даже о таком сделать. Я считаю, что народный суд надо, да. На кол его надо садить. Ну, мое такое мнение. Например, как он сделал с девочкой, так и с ним надо сделать то же самое. Там где-то втихаря взять его так за шкуру, поднять его об землю, кинуть разок. Чтобы он понял, что так больше делать не надо. Примерно. Это последний человек, который может быть такого среди нас. Таких людей, не должно быть вообще. Педофилии вообще не должно. Пожизненно, если честно. Ну, я не знаю, как оправдать их в такой ситуации, поэтому только так. Это ментальное какое-то уже отклонение, скорее всего, и максимум еще надо бы и психологическую помощь подключить к этому всему, но это... Я так считаю. Таких людей нужно наказывать и очень серьезно. Там либо пожизненное, либо... Ну, пожизненное, думаю, достаточно этого. Я не знаю, это как-то надо заниматься этим, какие-то беседы проводить, какие-то лекции должны быть, может быть, в школах какие-то заранее, потому что, ну, у меня тоже ребенок еще есть, и я, например, боюсь. Отпускать одного? Конечно, боюсь. Вот ей 7 лет, так как, водить до 14, до 16, до 11 класса водить, до 12-го. Я бы казнил. Смертная казнь? Да. Ну, таким людям надо не давать оставлять шансов жить и наслаждаться этой жизнью. И подвергать опасности наших детей сам отец. Это мое личное мнение. Наверное, тюрьма, естественно, это страшный грех вообще считается. Это развращение малолетних. Я думаю, наказание – тюрьма. Судья, я не Господь Бог. Я не сужу, там пусть суд решает. Я не юридического у меня образования. Как кажется, что бы исправило, если возможно вообще исправить такого, я не знаю, особь? Я знала, что заключение сколько-то лет, а сколько лет пусть уже суд решает. Я считаю, что обвиненным в педофилии, даже те, которые доказано, вот, что они вот, занимаются этим, недостаточно. Всего этого недостаточно. Это мое личное мнение. А есть такие люди, которые вы ошибочно бы обвинили, конечно, а страшное наказание их ждет? Я не могу про это ничего сказать. Но вы считаете, что любое наказание недостаточное? Ну, это если доказано, конечно. Прямо или... говорить? Или прямо. Можно прямо. Культурно? Прямо, скажите прямо. Яйца отрезать и вешать. В дальнейшем им не жить. Вот так. Им быстро сделают там места не столь отдаленные. Как с такими людьми поступают, как вам кажется? Элементарно и очень конкретно. Их опускают с ложкой, дырка в ложке, и все. Больше им ничего не делают. Дырку в ложке делают, и все. Остальное уже по их правилам.